Всем привет, с вами я, Александр Сычков. Я вот такой опять в темной, ну как-то, как вам сказать, в темном фоне. Сегодня я решил вам рассказать о GTA 6. Если я не ошибаюсь, или, ну, я не знаю, то в GTA 6 просто нет продолжения той игры, которую мы знаем, типа GTA 5. Извиняюсь, конечно, что я вот так вот снимаю, не играю ни во что, а говорю вот так вот. То есть, ладно. В общем, что я хочу этим сказать вообще. В самой GTA 6 не будет ничего того, что было в GTA 5. В общем, я долго думал, вообще, каким будет GTA 6. Писал какой-то даже в блокнот какие-то мысли, какие-то эти для этого, именно для этого видео. И решил на двух таких моментах. То, что или проект закроют GTA 6, и серии GTA больше не будет выходить, или такой есть вариант еще один, если саму игру просто возьмут и изменят ее название. Потому что такая, как которая у нас есть сейчас, GTA 5, уже, ну, круче нее ничего, наверное, нету. И разработчикам надо постараться, чтобы сделать что-то покруче. И вот какая мне мысль пришла, вообще пришла эта мысль. А что если компания Rockstar Games просто решит уйти с платформы ПК и перейти на платформу PlayStation или Xbox? Ну вот про PlayStation я вот уверен, то, что возможно, если такая будет вариант, то именно на PlayStation перейдет. Почему? Как вы знаете, вышел PlayStation 4 Pro, если я не ошибаюсь. И именно на нее уже выходит игра The Last of Us 2. И это значит то, что The Last of Us 2 будет на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. То есть этим можно сказать то, что в GTA 5 мы видели ПК, там, Xbox'ы, PlayStation, а вдруг просто компания сделает, если, конечно, сделает она GTA 6, может, она перейдет просто на платформу только на PlayStation 4 Pro. И, возможно, уже это не будет доступно тем, у кого его нету. И придется играть, ну, я не знаю, как... Вообще не играть, короче, в эту игру. Потому что я не уверен, что все в нее тогда смогут поиграть. Ну, потому что если они это сделают, то там они будут что-то готовить реально крутое. Крутую графику, даже круче, чем GTA 5. Что-то будет крутое, и, возможно, даже будет другое название. Главный создатель вообще GTA 5, который, ну, там делал сценарии, там всякие, ну, короче, разрабатывал саму игру, после выхода пятой части сразу уволился, и поэтому я даже не знаю, что будет дальше с GTA, и стоит ли ждать шестую часть. Вот причина потому, почему я снимаю именно так видеоролик, потому что играть в GTA 5 и говорить про GTA 6, ну, нереально, это делают все ютуберы. Я решил вот такой вот по-новому как-то сделать, и, ну, я как бы сделал. Просто я говорю то, что вот знаю, то, что вообще я знаю. Давайте посмотрим еще на кое-что еще. Вот, смотрите. А что если сама GTA просто, ну, ладно, просто не будет шестой частью, а будет именно другой частью. Кто-то думает, это будет Liberty City, потому что давно не было этой части.
Кто-то думает, что Лондон будет, кто-то опять думает, что будет Либерти-Сити. Но я думаю, совсем будет другая игра с новым городом. Ну, я точнее так, ну, я хочу, чтобы так было. Потому что с новым городом будет все новое и будет что найти там на карте. Ну, вот, как-то так. Почему я решил, что игра выйдет только на PlayStation? Потому что у Rockstar Games просто, ну, идей не хватит, чтобы сделать игру круче, чем GTA 5. Или они сделают такую же одинаковую игру с такой же графикой, только в другом городе, с новыми героями, персонажами, с новой, ну, там, я не знаю, текстуры новые добавят. Но чтобы такое глобальное изменить графику там или что, они этого не сделают на ПК. Потому что просто, ну, такого не будет. Ну, чтобы там, например, возможно, они сделают то, что на ПК там, если, конечно, на ПК она выйдет, то там системные требования будут просто, ну, крутые. И на минимальных ПК просто не поиграть будет в эту игру. В общем, вот как-то так, вот это мои мысли, то, что я ни у кого это, вот, я говорю вообще, как возможно это может быть, поэтому я не знаю. Я еще считаю так, то, что возможно, мы увидим там старых героев в GTA 6, возможно, да, потому что возможно, вы помните, в пятой части мы видели Ника Беллика, но он, вы знаете, то, что он из GTA 4. Но как он попал в GTA 5? Потому что это все из одной вселенной, а, например, там какая-то, ну, возьмем GTA San Andreas, это из другой вселенной, там она ближе к Liberty City части. Так что вот надо подумать над этим. Потому что то, что происходит в Liberty City, это тоже Майами 80-х годов, поэтому я просто не знаю, что будет дальше. Я так считаю, то, что все-таки Rockstar Games не будет воровать идеи у Watch Dogs 2 и делать такой же город, который мы видим в Watch Dogs 2. Потому что Watch Dogs 2 совсем по-другому все сделала. И я думаю, все-таки не будет похожего города. Ну, в общем, это так же, как с Payday 2 и CSGO. Мы там можем увидеть карту Debunk. То есть, ну, вы знаете, где можно найти 4 маски наших героев из Payday 2. В общем, вот так вот это мои мысли о GTA 6. В GTA 6 реально будет что-то новое, и то, что там делают пародии на эту игру, это просто фейк, и не знаю, ждать ли GTA 6 или просто не ждать и ждать другие игры, я ничего вам по этому поводу не могу сказать. Пока что это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.